Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Перед просмотром попрошу поставить лайк, подписаться на канал. Также подписаться на наш телеграм-канал. Там происходят разные аирдропы. Ссылка будет в описании. Также хотел сказать, что там разные аирдропы и другая разная подробная информация. То, что мы не выкладываем здесь у себя на YouTube-канале. Так что подписывайтесь на телеграм-канал. И там вы увидите очень много чего интересного. И каждый, думаю, выберет ту нишу, то, что ему нужно. Итак, сегодня мы поговорим о бирже Binance. Ссылка на регистрацию будет в описании. Сегодня хотел бы вам показать еще раз, как выводить из биржи Binance себе на карту свои деньги. Нажимаем, когда у вас уже пополнилось. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии или связывайтесь со мной в телеграм-канале. Я с вами, конечно, свяжусь и отвечу на все ваши вопросы, конечно, помогу. Итак, выбираем спотовую торговлю. Это закрываем, это учебное все. Ну, хотите, можете просмотреть. Итак, я выбираю Boost USDT. Смотрю. У меня 602 доллара. Ну, Boost, USDT, это равно 1 доллару. Вот. И сейчас я найду Boost к гривне. Вот. Boost гривна. То есть курс 33.20. Иногда поднимался. Можно даже доллары торговать. Итак. Сколько я бы хотел продать? Если я продам все, это будет где-то практически 20 тысяч гривен. Я хочу себе, ну, где-то 1500-2 выведу. 2000. Вот. 1992 гривны. Нажимаем продажа. Все. Лимитный ордер сразу выполнен. Все банально просто. Ничего заумного нет. Вот. Это мои ордера на продажу. То, что я покупал. Жду, когда оно прострелит. Ну, что-то не простреливает. Но рано или поздно все ордера все равно выполнятся. Итак, перейдем дальше. Теперь мы заходим на свой кошелек. Ну или гамонез, если. Так. Обзор кошелька. Окей. Фиат и спорт. Эквивалент к биткоину, сколько у меня в долларах. Вот, банально все просто, нет ничего сложного. То есть все отталкивается от кошелька. Абсолютно все. Вот. И теперь ищем, чтобы вывести средства. Нажимаем снятие или снятие. Вот, выбираем, то есть 2016 гривен, Visa MasterCard. Вот, под 0 комиссии, взагалі комиссии вообще не будет за снятие. Нажать продолжить. Выбираем баланс. Жаль, что нельзя, раз нажал и все, не заморачивайся. Ну ничего, ставить. Без точек, хорошо. Нажать продолжить. Вот, оно сразу автоматически выбирает карту, сколько денег должно мне прийти на карту. Нажать подтвердить. Ну и все, мне на номер телефона и на почту придет сейчас код, я подтверждаю, и деньги пришли. Нет ничего сложного. Тоже покажу видео, что мне средства пришли. Все, занятие, замолвление отправлено. И все, жду теперь на то, что мне деньги придут на счет. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока.